Блять, спидран, блять, за 8 минут можно разбить его 75% этому карта, блять, ебучему. У него кто тут, ребят? Чувачки с СЛСами? Че у вас там за пушка-то? Похоже, блять, на СЛСы, блять. И сколько у вас? Страж, 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 рыцарь. Угу. Че там по рыцарю? По рыцарю 900 по атак. Угу. Рыцарь хорош, блядь, 36 тысяч. Надо с рыцаря начинать. С рыцаря надо начинать, 900 по атак. А у вас что, чувачки? У вас как дела? 448, 503, нахуй. Так, карта, ребят, показываю быстро. Блядь, мы не успеем его убить, у него много там. 530, 530, если что, блядь, можем успеть, можем успеть. Да, я не то, что хочу спать, я не выспался. Я, как бы, говорил вчера, что я хотел вообще сегодня два стрима, но мне не дали поспать вчера, мне пришлось ездить. Смотрите, ребят, сейчас буду пробовать, я попробую, блядь, мы сможем. Может, если что, короче, мы, может, попробуем, хуй с ним, неважно, да, давайте попробуем. 700, так, главное убить чувачка, нихуя. Хуя себе. А, нет, показалось, блядь. Дроп всем быстро покажу. Чтоб потом, блядь, не это самое, не заострять внимание. Такие же перчатки, ребят. Нам бы перчатки божества. Нам бы дивайн перчи, блядь, для этого. Для шилки. Перчи такие же боты, как и у этого были, у Бариана, ребят. То же самое, что как у Бариана, только еще кристальный кинжал еще. БСЦ кинжал еще с него падает. Так, блеска на доспех 10%. Ну и репутация клана, которая нам нужна, да, но дух мудрость, мудрость инт, мудрость дух, плюс 3, минус 3. Все, быстро показал, ребят. Почитай про него в процессе, блять, потому что некогда. Начну бить чувачка вот этого. Начнем бить его вдвоем сразу. Так, теперь быстро перебафуюсь. Так, где ты? Ты кто? Быстрее подойди ко мне, быстрее, блять. У нас 8 минут, чтобы сбить ему хп до 75%. Но главаря вот этого надо убивать, он слишком сильный. Остальных не буду бить. Ну, попробую не бить остальных. Так, шилочка, шилочка. Я наверняка забуду вызвать все равно, блядь, дракона. Ну его нахуй, блядь. Просто шилочка стоит здесь. Да, куда у меня? Куда мы смотрим? Да, на шилочку смотрим. Заебись. Варк, ты где, блядь? Ты не отстал случайно? Ты где вообще? В целом, где ты, блядь? В целом здесь. Так, бафу на сколько минут? 30 минут. Перебафую только танцы и вперед, блядь. Перебафуй только танцы, 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 танцы. Попробуем. Я, ребят, ничего не говорю, что... Ну да, потратим, потратим, как говорится. Если просто потратим в холостую, блядь, ну что. Напев жизнь, давай, ебани. Ебани вот эту хуйню еще. И давай пов, нахуй. И давай пов. И давай пов, и мне нужно вот так переключиться, чтобы у меня... Нет, не вот так, а вот так. Так, все, юзаю, блядь, банки белые включу и поехали. И поехали. Времени очень мало, ребят, надо ехать прямо сейчас. Надо ехать прямо сейчас, осталось 5 минут до того момента, как РБ пойдут спать. Мы должны до этого времени сбить у РБ хпшки до состояния 25%, блядь, понимаете, да? Только РБ можем бить. Я, кстати, второй девах и сагрил зачем-то на себя. Блять, я не основным окном сагрил, ребята. Это хуёво, хуёво. Она там в спину получает от этих, блядь, СЛСников, нахуй. Зато я спину плюс 10 ему хуярю, конечно, берсом, блядь. Вы скажете, да, это хорошо. Я включу даже вот эту хуйню. Стоечку. Да, она живет там, блядь, даже на жижих банках. Вторая деваха. Вот, ребята, вот так покажу вам. Значит, мы должны сбить за 4 минуты. Уже 4 минуты осталось. Ой, он кровотечение еще пускает. Какая же, блядь, мразь. Так, подождите, а где шилочка? Ну-ка, шилочка, покажи ему, что такое, блядь, стигма, нахуй. Научи его, скажем так, да? Научи. Давай кулачок еще, ебани. Да, кулачок, ебани. Короче, нам надо сбить за 4 минуты, ребят, успеть. Ему с 530 тысяч хп. Значит, 4 части, это сколько получается? 175 плюс 7,5, 182 тысячи с половиной, где-то 182 с половиной тысячи хп должно остаться, чтобы он не ушел спать. И мы добили его после 4 часов ночи по Москве. Вот, иначе уйдет спать. Если хп не будет меньше 25, это ебучая настройка, я говорю, это самая, блядь, тупая, блядь, вещь, которую могли придумать здесь. Все, он на меня переключился, слава богу, блядь.
Вот. Не дал, кстати, слиться под Фрэнзи. Давайте сольемся. Вот, ребят. 25%. 130 тысяч. Значит, получается 530 тысяч. Правильно я посчитал вообще, блядь? 125 и 7,5. 132,5 тысячи должно остаться. Неправильно посчитал. 132,5 тысячи, это 25% будет от 530. 132,5 тысячи. Помните, да, я сказал? Ребят, помните? Я вот сейчас смотрю на часы в телефоне и на хпшки. И думаю, блядь. Смотрю, значит, я на часы в телефоне и на хпшки и думаю. Я снял, видите, ребят, специально. Я ничем не хиляюсь, блядь. Просто они не могут меня слить. Вот тот один охранник сильный, он мог слить. Он потому что, блядь, реально красава. Ну что, ребят, как вы думаете? 2 минуты осталось. Как вы думаете, 132,5 тысячи, не больше, должно оставаться у РБ? Ну, это вот такие настройки, блядь, нашего любимого всеми баланса, блядь, он же Реневан, понимаете, вот это, надо было такую хуйню придумать, вот хуже этой хуйни, я просто не представляю, что можно было придумать, блядь, какую настройку. То есть, помните, какие у нас были проблемы один раз, например, мы убиваем РБ, и почти сбили 40%, 60% сбили, 40% остается, он уходит спать, блядь. 2 минуты осталось, я напоминаю, блядь. Ой, он кровотечение пускает. Вот же мразь, блядь. Мразь, какая же мразь. Шилочка, давай стигма ему за это, блядь. Тварь ебучий, блядь. Он кровотечение пускает. Так, у нас танцы заканчиваются. Карта, блядь. 200 тысяч. 215. У нас осталось 2 минуты. Сколько я стоял? 132,5? 132,5 я сказал, да? Блять, давай, чувак, минут, ребят, клянусь, осталось минута, это ебануться сейчас на тоненького, блять. Шилка, давай, дай ему эту стигму. На тоненького, блять, я ебу на сколько на тоненького. Быстрее, блять. Еще быстрее, прошу. Быстрее, блять. Быстрее, блядь, 130 тысяч, 128. Я даже не буду, блядь, никакие оверы, блядь. Я боюсь, что он съебется, потому что настройки сервака ебанутые, как мы знаем. Я не буду, блядь, никаких оверы тут ловить, нахуй. Блядь, тандем, съебись. Бля, успел тандема вывести, ребят, из игры. Я успел вывести тандема из игры, как вам такое? Я успел, блядь. Я просто успел, я красавчик. И уже 4 часа, нам дадут добить, походу, блядь. Спасибо нашим докторам. Стой, что происходит? Я сейчас умру, нахуй. Блядь, я гадс заюзал, ебануться, блядь, ребят. Я вместо Фрэнзи гадс заюзал, блядь, представляете, насколько я сейчас обосрался, блядь. Так, Фрэнзи еще могу заюзать? А у меня отхила нет. Сейчас я на шилку должен скооперироваться. Вылез этот охранник ебучий. Я чуть не умер, ребят. Я отвлекся на... Николай пишет, баф кончился. Да, кончился этот крутой баф. Да, танцы кончились. И я такой... Я ему это сейчас... И вылез еще охранник, ребят, этот сильный. Вылез охранник сильный. 60 тысяч, блядь. Блядь, ебучий ты рыцарь, блядь. Ты заебал, блядь. Сука, ебучий ты рыцарь, блядь. Заебал, смотрите, рыцарь, блядь. У меня есть шилка, чувак, блядь. Бля, не знаю, рыцаря надо этого убивать или нет. Вторая деваха бьет у меня только карты. Ни хаву больше не трогает, блядь. Тупо хуярит карты, блядь, больше ничего не делает. Вот, хуярит карты. У него 57 тысяч. Так. Я бью стражи этого, потому что ну, он заебал, ребят. Ну реально, блядь, он заебал. Так, белые банки нахуй отключаю. Белые банки отключаю. О, под Фрэнзи слился. У меня еле хваткать. Бля, зачем я белые банки включил?
Блять, он умер, нахуй, ёбаный. Я переключился не на шилку, блять. Сука, я не на шилку переключился. Ёбаный рот, блять. Гац. Я охуеваю. Сдохла, блять. Сука. Шилка. Релок, нахуй. И что, мне не дадут его добить, блять? Что за хуйня? Так, тандем. Я охуеваю, блять. У него нет реса, блять. У тебя реса нет с собой. У него реса нет, блядь. Один есть, блядь. Тандемчик, блядь. Это важно, блядь, сейчас. Нам должны добить его дать, да? Если не дадут сейчас добить... Все, 4 часа уже случилось, понимаете? То есть, как бы, блядь... В чем прикол? Так, шилка где? Я хуеваю, блядь. Как же я отвлекся? Ёбаный рот, блядь. Это пиздец. Как же я отвлекся, блядь. Сейчас просто вы ёбнетесь, блядь, как я отвлекся. Давай, быстрее, масрез, блядь. Так, масрез, шилка, масрез. Быстрее, блядь. Так, это же встал, блядь. Так, где третий? Быстрее вставай, блядь. Быстрее, тандем. Ребаф. Бля, я сейчас охуеваю, если, блядь, он съебется, это будет просто фейл, блядь. Видели, да, опять осталось какие-то 20 тысяч, там, это пиздец, это какой-то постоянный стресс, нахуй, ебучий, блядь, так. Ебучий стресс постоянный, так, давай, блядь, быстрее. Ебучий стресс не хватает нам немножко на один заход полов, блядь. Так, давай напев, нахуй. Напев, ебаш. Вот эту хуйню. Все, давай, блядь, чё, в пол, блядь. Так, где мое главное окно? Вот оно, блядь. Этот рыцарь ебучий, понимаете? Вот он, тварь. Так. Так. Навелась, блядь. Все. Белый банк. Похуй, белые банки, похуй. Поехали, блядь. Поехали, помогай, блядь, помогай. Ты еще без ярости бьешь, ебанулась, что ли? Рыцарь, потом РБ. А, эти... Кто ты сейчас чант хуйнул? Кто это хуйнул? Это он, рыцарь, так хуярит? Это он... А, это кровотечение, блядь, я уже испугался. Помогай, куда ты встал, блядь? Это кровотечение, блядь, я уже думал, что за хуйня, блядь, что он там за хуйню заюзал, блядь. Так, кровотечение, блядь. Пиздец. Спать овером, блядь, точняк. Спать овером, я... Просто им туда-сюда пришлось заходить. И, блядь, это пиздец какой-то. Так, белые банки нахуй не нужны. Да и рыжие тоже отключу. Хочу до Фрэнза слиться и добить его, блядь. Как чмо. У него 4 охранника, кстати, заметили? Ребят, сейчас у нас бьют 4 охранника РБ. То есть мы там зафейлились, ну, как бы я сам виноват. Концентрация была потеряна, вылез вот этот сильный. Вон, видите, кровотечение хуярит, тварь. Концентрация была потеряна, блядь. И я, короче, такой... И вместо этого Фрэнзи сначала прошел гац, думаю, ну хуй с ним, гац хорошо будет терпеть. Про вторую деваху нахуй забыл. На нахуй тебе, тварь, блядь. Съебались, блядь. Съебались скелетики, умерла ваша эта хуета, блядь, ебучая. Так, добили. Нам дали добить, ребят. Мы убили сегодня двух РБ, которых раньше никогда не били. Это круто. Так, а что? Я апнул 49-й, это 50-й, шилка 48-я. Да, сейчас дали опыта, мы в прошлый раз лоханулись. Да. Ну что, упало, как обычно, блядь, какая-то хуевая краска, мудрость дух. И дух мудрость, блядь. Плюс 3, минус 3. И что еще? И железная стрела. Ебануться, сука, ебаный дроп, блядь, конечно. Дивайн перчи и шилки не выпали. Очень жалко, потому что она очень их хотела. Она, блядь, такая говорит, я пати рекол выучила, блядь. Вы что, не понимаете? Я сейчас пати рекол за вас, рекольную пати, блядь. Вот, но дивайн перчи, сука, понимаете, да, не выпали, а ей для сета нужны перчатки божества. Ну, нужны ей, блядь, для сета, нахуй, понимаете, что? Импы больше будет манны у нее, блядь, ну... Сука, и скорость каста будет лучше, и физзащита, блять. Ну, с двух РБ вот с этих должны были падать ребята эти. Короче, шилка 48-я. Ну, это одна кама. Помните, я сходил в каму с 44-го. Сегодня у меня горело от тебя. С этих двух РБ... Да, да, Коль, ну, это я... Ты знаешь, я сейчас... Смотри, я сегодня убил впервые, кстати, этих двух РБ.
Я реально раньше их не убивал. И этого. И они сдохлые все время были. Вот верфу, 51 уровень, который дальше по дороге, я убивал. А, я не то окно показываю. Вот это окно. Вот верфу, который здесь дальше по дороге, я убивал, 51-ю, который с рефлектом, который, сука, самое сложное здесь, кстати, РБ, вот это верфа, 51 уровень с рефлектом. Вот, я убил, короче, смотри, сегодня впервые Бариона, впервые карта, их все время убивали, их все время, они были дохлые все время. Впервые сегодня убил Клару, то есть вот мы после Некростражи пошли к Кларе, Клару убил впервые сегодня, вот эту 50-ю Клару убили, потом полетели сюда, вот, полетели сюда, убили к Бариона, у карты и верфы, да, они все связаны. Вот, ребят, соответственно, продолжим, ясный хуй, наших, как я и говорил, хочу всех рыбы снять. Да, ребят, сегодня немножко состояние, ну, не надо, просто мне надо выспаться. Если вы, наверное, заметили какой-то сегодня такой у меня, добиваем 20 тысяч, и